Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сейчас я хочу ответить на такой очень интересный вопрос, почему сложился или якобы сложился стереотип «умная значит некрасивая». И вообще, правда ли это? Вот, что бы там ни говорили, я думаю, что здесь в основе такого мнения, которое бывает, лежит глубоко бессознательное представление о том, что мир должен быть справедливым. Да? Ну вот что-то вроде, что если дается тебе, вот здесь тебе дали больше слуха, да, зато у тебя там зрение меньше, например, или ты быстро считаешь, ну зато рожа не вышел. Ну вот какой-то такой, да, что всем вот справедливо разделяются какие-то способности, свойства, черты характера. Вот. Но на самом деле это не так, Вселенная не озабочена справедливостью, и умные люди, и ум с внешностью может быть никак не связан. Есть люди, которые очень красивы и у которых очень высокий интеллект. Интеллект, ну такой, традиционный интеллект, эмоциональный интеллект, социальный интеллект. Есть люди, которые ужасно выглядят, у которых огромный интеллект, да, не уступая первым людям. Есть наоборот, да, красивые люди, у которых интеллект там где-то очень близко к плинтусу. Да. Есть некрасивые люди, у которых с интеллектом тоже проблемы. Поэтому это всего лишь некое подсознательное ожидание, да, что вот уж если тебе повезло, да, красотой тебя природа наградила, значит, в чем-то ты будешь ущемлен. Нет, это не так. Это может быть, а может не быть. Это всего лишь одна из вероятностей.